Мы сейчас находимся в комнате Джонни Бека, гости из Таджикистана. Джонни Бек, расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас в Нью-Йорке приехали на Big Apple Music Award. Что вы сейчас чувствуете? Какие песни вы сегодня взяли? Во-первых, всем салам, всем нашим братьям и сестрам, узбекам, таджикам и всем участникам, которые здесь участвуют. Мы приехали из Таджикистана, солнечного города Душанбе. И также большой привет, как вы привезли с собой, всем американцам, всем, которые в Нью-Йорке, от таджиков. Но сегодня ощущение у меня... Но все равно человек волнуется, потому что такой большой церемоний, такой большой фестиваль, тем более в Манхэттене в самом. Ну дай бог, все нормально будет, и у нас как бы песня. Первая песня у меня на русском, называется «Песня для любимой», а вторая на таджикском «Шахри Бороми». Ну дай бог, я думаю, все классно будет. Что вы чувствуете? Вот впервые вы выступаете с такими знаменитостями, как Араш, Алабина, на одной сцене находясь. Что вы чувствуете? Так сказать, да, впервые. Ну, как вам сказать? Мне очень, я благодарю Бога, что сегодня Он мне дал такой шанс выступить здесь, с такими звездами. Поэтому, ну, постараемся выступить хорошо, чтобы не отставали. Ваши пожелания для Узбек ТВ, который вот недавно открылся в Нью-Йорке? А мое пожелание, как бы, я хочу, чтобы Узбек ТВ был мировым каналом. Вот, если так недавно открылся, то вот, будем обязательно сотрудничать вместе. Как бы. Вам желаю всего-всего наилучшего, всего хорошего, чтобы жили хорошо и чтобы Бог был всегда с вами. Спасибо вам большое. Мурадов from Таджикистан! Гость из Таджикистана Джонибек Мурадов!